По улице Магистральной в поселок Мичурино, который расположен в пригороде Уральска, заезжают маршрутные автобусы. В 2017 году проводился текущий ремонт автодороги, но уже к осени улица вновь пришла в неудовлетворительное состояние. Местный предприниматель решил провести благотворительную акцию «Месяц Рамазан» и за свой счет приобрел более 50 мешков цемента. С их помощью заделали глубокие ямы на дороге. Очень ужасные дороги, честно сказать. Я сам живу в районе променада, и дочка моя музыкальную школу ходит. То есть здесь этот Мичуринская школа есть. И вот каждый раз езжу, прям этот, сейчас хорошо, что этот летом, а вот весной водой как зальет, ничего не видно и без всяких этих. Аким сельского округа говорит, что он бы и рад больше уделить внимание санитарной очистке поселка, благоустройству и ремонту дорог. Но на это недостаточно бюджетных средств, поэтому приходится экономить. Участок, часть дороги, которую сейчас сделали, это сделал частный предприниматель. Он за свои средства начал это делать дорогу. Это он применил цементные, это новую технологию, там, в общем, он зацементировал вот эту ямочную работу. Но у нас в этом году запланировано по этим участкам где-то 2,5 километра средний ремонт и где-то 1,5 километра на капитальный ремонт дороги это запланировано. В поселке Мичурино в День защиты детей сдали в эксплуатацию новую спортивную площадку. Ее построили по программе развития регионов. Уже сейчас она стала излюбленным местом отдыха для детей и молодежи. Здесь игровая площадка и спортивный инвентарь стоит. Вот это по нему. Сейчас дети и юноши, особенно они ждут это открытие. Стоит отметить, что поселок с каждым годом растет и благоустраивается. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.